здравствуйте, друзья. Анекдот вспомнил. Ползут по крыше два кирпича. И один говорит: что-то нынче погода нелетная. Другой говорит: главное, чтобы человек хороший попался. Вот. Я просто к погоде. Нынче погода такая, что вроде солнышка такого яркого нет. И я могу камеру развернуть, так сказать, на себя. А мы так немножко на себя, немножко на дорогу. Что-то появляется солнышко. В общем, да, погодные условия, друзья, нам помогают. Главное, чтобы блогер хороший попался. Тогда можно на него развернуть камеру, и он что-нибудь вам расскажет. У нас сегодня четверг. Для меня четверг — это конец недели, потому что пятница у меня выходной. И мы там, не знаю, какие-то планы. Жена что скажет, жена, то будем делать. Вот она у нас планирует, как бы, наши семейные дела. А сегодня у нас много событий ожидается. Кроме там какого-то количества аппоинтментов, ну, это как всегда. Значит, на нас блогер Хвостович наслал программу, как она называется, абзац, что ли? По-моему, так. Откуда-то с Украины какое-то телевидение, как, вот, в общем, какая-то программа. Я не очень разобрался пока, но придут ребята, мы поснимаем. И, в смысле, они нас поснимают, но я надеюсь, что мы их тоже поснимаем. Раз такое дело, кстати, давайте я сотовый заряжу. Может быть, мы с него прямую трансляцию вам сделаем. Давайте зарядим. Да. Да. Ну что, это, значит, вот такой у нас аспект. Наконец-то я дорвусь сегодня до своего онлайнового класса. А то так получилось, что у нас есть еще один преподаватель, Жанна зовут, вы, может быть, видели ее, если наш канал смотрите регулярно. Жанна должна была уехать в отпуск, и поэтому мы ее пропустили вперед, и она, значит, отработала свои 5 занятий. Там проект какой-то у них интересный. А, модельное агентство. Ребята, шикарное модельное агентство. Это, по-моему, они в Нью-Йорке находятся. Вот там, значит, веб-сайт этого агентства. Там с какой-то, наверное, функциональностью. С модельками. Вот, и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, как тут прямо ужас какой на дороге. И... Да, и меня вышибло как бы из этого процесса. 2 недели я не заходил в нашу виртуальную классную комнату. И как бы уже, знаете, застоялся. Как-то говорят, кони сытые, бьют копытами. Вот так, сытый конь бьет копытами, говорит: пустите меня в онлайновый класс, пустите размяться, дорваться до нашей аудитории. Аудитория хорошая на этот раз. Вообще хорошая, но тут как-то особенно. Так, что еще сказать? Еще меня порадовала реакция вот на 2 моих сюжета, которые я там написал про то, как бюрократия, значит, долбает малый бизнес. И как-то многие очень серьезно это восприняли, в том смысле, что, ну, просто вот жизни нет там от бюрократов и так далее. Нет, конечно, это так по чуть-чуть. Я думаю, ну, народ же интересуется, все время вопросы задают. Я думаю, надо что-нибудь рассказать. Вот. И я абсолютно не в стрессе от этого и абсолютно не, как сказать, не огорчаюсь особо. Но, ну, просто вот я про жизнь рассказываю. Ну, просто жизнь. Вот там. Бывает, что тебя где-то начинают прижимать там, или там из калифорнийских всяких учреждений. А бывает, вот собственный менеджмент, вот ты офис снимаешь, и вдруг тебе говорят: вы знаете, что у вас там так много людей, что неплохо бы вам заплатить за то, что мы дополнительно возьмем человека, который будет убирать, потому что туалетов у нас больше не стало, там этого больше не стало, а вас так много, вас тут в одной этой комнате больше, чем во всем нашем здании, поэтому будет справедливо, если вы заплатите лишних там 3000 в месяц, друзья, каждый месяц, лишних 3000 в месяц за то, что мы берем на работу постоянного сотрудника. У нас есть женщина, ну, в смысле, у них, она у них в штате. Ну, слава богу, не так дорого, да, 3000 в месяц для постоянной уборщицы, это, в общем-то, еще вполне куда ни шло.
И вот эта женщина, она, значит, у них работает и прикреплена как бы к нашему коридору. Но поскольку у нас в коридоре там не так много дел, она уже сразу так все остальное здание тоже обслуживает. Но, тем не менее, она там вот как перерыв, она, значит, бросается, сразу после наших все убирает, вытирает все там толчки, пол, рукомойники, там все это вычищает. Специальным химсоставом там она ручки протирает на дверях, там еще, в общем, кошмар. У них там есть процесс. Я просто к чему говорю, что всякий бизнес, он существует в каких-то внешних условиях. И у Софии есть родственница, которая держит, ну, они это называют, как-то они это называют, фабрика. Они это называют фабрика, а, так сказать, по одесских терминах. Вот здесь это называется wholesale bakery. То есть они делают пирожки, но не торгуют ими там, а делают пирожки, которые потом развозятся по магазинам, и там уже в розницу продаются там эти пирожки. Хотя, конечно, немножко торгуют тоже там через заднюю дверь. Ну, то есть можно зайти, вам вынес вот это дело такое. Если правильный человек зашел, почему ему не дать пирожок? Вот. А тем более, если несколько. Но как долбают, друзья, вот эту wholesale bakery, или назовем ее условно фабрикой, значит, как их долбают. Там чуть ли не ежедневно приходят люди и смотрят, чтобы не было тараканов, чтобы не было грязи, чтобы не было, я не знаю, чего там еще у них есть. Дай бог не знать, честно, вот как бы. Представьте себе, вот наш скромный бизнес, там школа, знаете, школа, к нам, ну там придет раз в год пожарник, там посмотрит, что висит что-нибудь, или скажет, вот тут кабель, значит, там, перебросьте вот к стене, и все. А тут, представляете, вот что такое вот производство, где реально там продукты питания, где реально люди могут потравиться, где реально вот так сломал пирожок, а там таракашечка, понимаете? Чтобы этого не было. Вот где у людей страдания. Ну, ничего страшного, слушайте. Но если уже взялся делать пирожки, так уже делай в нормальных условиях, а не в антисанитарных. Может быть, в Одессе бы им и сошло, и в антисанитарных тоже. Или, например, не так бы сошло, но заплатили бы взятку. Вот. А даже если бы условия были не антисанитарные, надо было бы заплатить взятку, чтобы не цеплялись. Ну, по-всякому, знаете, как в разных местах по-разному приходится. Так что я хочу сказать, что наши бизнес-страдания, если кому-то показалось, что мы только вот страдаем здесь, это сильно преувеличено. То есть мы еще в таких, как бы сказать, тепличных условиях произрастаем. Так что у нас все не так плохо. Что еще сказать? Через пару недель у нас тут будет несколько дней таких съемочных, серьезных. Нас приедут снимать из серьезного места, я не буду называть какого, но серьезного. И в течение вот пары дней, я не знаю, двух или трех, то есть они тут будут три дня, но сколько из них на нас уйдет, я не знаю. Тут мы не одни, кого снимают, но во всяком случае это будет нечто об иммиграции, об иммигрантах, о том, что делает людей успешными, там, я не знаю. Я на эту тему много чего рассказываю, поэтому я же даже не знаю. Хотя, вроде, секреты все простые, вот если даже, я не знаю, там, что-нибудь древнее почитать, там, да, вот, начиная, там, скажем, с Библии, там все вроде написано, но... Ну, как-то, знаете, как? Вот как про любовь. Вроде про любовь уже все написано, а все время пишут и пишут, и пишут, и пишут. Это Шекспира уже все написали, но все равно, понимаете? Вот люди пишут. Вот так же и про эмиграцию. Про эмиграцию, про успех, про успех в эмиграции, так далее. Короче, будет вот такая, значит, съемка и какой-то фильм, я не знаю, там минут на 45, на час. Нас не первый раз снимают, но я вам скажу, что это нас снимают оттуда, друзья, оттуда. И столько раз, сколько нас оттуда снимали, один раз всего показали, реально. Потому что как нас оттуда снимут, так привезут там в Москву, а ну, там начальники смотрят и говорят, ну это же так, не, образ не вписывается.
Потому что, ну что такое вот иммигрант? Кстати, вот меня показать, друзья. Я живу у березки, не плачу, так, обняв березку. Я не там, ну, вот, не страдаю, не ностальгирую, не проклинаю тот день, когда мы со Светланой покинули. И, в общем, я обратно не прошусь, знаете, и как-то и не вписывается в общую концепцию. Ну, вот, один раз нас действительно показали кусочек маленький. Это был канал ТВЦ. Снимали меня с... Честно, я не разбираюсь там сильно в каналах. Помню, один вот раз снимали, это был канал «Россия». Но там нас не показали. А вот в канал ТВЦ, у них была какая-то передача. И у нас на канале она есть. То есть, если вы поищите на ТВЦ, то вы увидите вот ту съемку. Зато я их снимаю. Знаете, они когда к нам приходят, там снимать, я их со стороны тоже снимаю, там вывешиваю. У нас остается, значит, запись, что нас таки доснимали. Вот. Там у них была передача, знаете, как, о чем? О Сколково, о Кремниевых долинах. Вот сможет ли Сколково стать Кремниевой долиной? Давно это было, уж я уж там не помню. Ну, в общем, короче, нас периодически снимают, но особо не показывают. А тут прям приедут нас снимать. Поэтому посмотрим, в общем, так. Это очень прикольно, знаете, так. Очень прикольно. Светлана у меня сейчас включилась в переговоры там со съемочной группой, с продюсером, потому что там надо договориться, где, куда поехать, что посмотреть, о чем поговорить. В общем, там на самом деле много всякого с этим связано. Вот Светлана с ними договаривается, разговаривает, поскольку я, видите, как все-таки я такой действующий человек, у меня какая-то хроническая нехватка времени. Хроническая. При том, что я уроков веду очень мало. Даже не знаю, что сказать. И у нас ребята очень, очень хорошие работают. И как бы подхватывают. И мы как команда очень, очень эффективны, я бы сказал так. То есть у нас как-то вот нет таких провалов, когда не знаешь, кто будет делать, или надо кого-то уговаривать, или там настаивать и так далее. То есть такой очень сознательный народ. И как бы наш метод операции — это когда каждый делает то, что надо делать. И вот так это происходит. То есть человек, которому нужен такой вот микроменеджмент, он у нас просто не может, потому что у нас некому микроменеджить. Вот. Что еще сказать? Мы в поисках, сразу у нас две позиции вакантные. Открытые, как у нас говорят, да, open positions. Вот, у нас две открытые позиции. Мы, ну, собственно, мы нашли уже педагога. Педагог прибудет к нам 1 июня. Вот, прибудет к нам педагог. Я вам покажу педагога. Я пока скрываю. Вот, но могу сказать, что это будет самый юный член нашего коллектива. Хотя у нас, в общем-то, вы понимаете, что и я тоже, может, потертый немножко, но вполне еще ничего. Но тут будет совсем прямо вот, ну, совсем молодежь. Вот, средний возраст сильно понизится. Еще мы ищем человека в офис, потому что наша Лена, ну, вот не может, ей сложно совместить дела, которые там с детками, у нее двое детей. И наш график, и, в общем, жалко, конечно, мы все ее очень любим, она классная совершенно. Вот, но мы сейчас в поиске, и, ну, я надеюсь, что мы найдем, то есть какие-то люди подходят, мы разговариваем, надеюсь, что получится. Так что, если кто-то, вот, может, интересуется у нас в офисе поработать на местности, там, пожалуйста, мы пока открыты, то есть какие-то люди есть, но решение пока не принято. В общем, это немножко накладывает, ну, если не стресса, то, ну, какой-то дополнительной напряженности, потому что кто-то должен быть на телефоне, если на телефоне человека нет, сейчас Лена у нас part-time, до 3 часов работает, вот между 3 и 7 ее нету, соответственно, значит, кто-то должен от других дел отойти и заняться вот этими, так что, видите, вот машину некогда помыть, вот, смотрите, вот я еду, и некогда помыть машину. И на самом деле и масло надо поменять, вот тут уже
Говорит, oil maintenance required, пожалуйста. А мне даже некогда заехать. Жуть. Ну ничего, вот завтра, я же не работаю завтра. Пойду завтра, знаете что, машину помою. Масло, может, ну, может и масло поменяю. В общем, завтра будет такой день. Я надеюсь, найдется какое-то время. И для этого тоже. Вот, вот так в цейтноте в таком живем. Некоторые меня спрашивают, а что такое цейтнот? Я, знаете, как-то... Ну, это когда времени нет, короче. Так. Да. Из шахмат. Из немецкого. Цейтнот. Да. Смотрите, вот, понимаете, негде встать простому человеку. Вот так приезжаешь к себе в офис. Правда, уже 10:30, и наши все на месте. Наши все на месте. А, ну нет, есть местечко. Сейчас мы тут встанем. Да, на углу. Стоять на углу, друзья, это не сидеть на углу. Когда сидишь на углу, это 7 лет без взаимности. А когда стоишь на углу, надо подумать. Это, как бы сказать, дополнительный обзор. Знаете, так, туда видишь, сюда видишь. Вот, так что так даже лучше. Все, ребят, я приехал на работу, мы с вами поболтали. Мне говорят люди, что у меня терапевтический голос. И я когда говорю, то как-то вот успокаиваются люди. Это напоминает мне собачку нашу, ну сейчас, ну, покойную, Чарлика. Чарлик был породы мягкошерстных пшеничных терьеров. Soft-coated Whitten Terrier. И вот этот Чарлик, у него тоже были терапевтические свойства вот этих вот терьеров, мягкошерстных, пушистых, или как он там, пшеничных. А вот их водят там по госпиталям, чтобы там бабушки могли их погладить. Вот эти, значит, Чарлики, они снимают, не знаю, какое-то перевозбуждение, даже не знаю, что сказать. Вот, так вот я думаю, вот мой голос, он выполняет для кого-то такую же функцию, значит, такого Чарлика, которого можно погладить. То есть я, на самом деле, услаждаю слух для некоторых, вот, не информативно, но терапевтично. Так что, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Кто дослушал до конца, вообще, привыкайте, дослушал до конца, поставил лайк. Это я же даже не знаю, кто там до конца дослушал. То есть можно, есть средства в YouTube, можно там посмотреть, какой процент. Ну, в общем, ставьте лайк, чтобы, так сказать, типа спасибо такого. Счастливо!